Новые правила безопасности в российских аэропортах. Пропускать внутрь теперь будут только по паспортам и после тщательного досмотра. По всему периметру аэропортов появятся специальные КПП. Собранные данные автоматически будут передаваться ФСБ и милицию. Меры предосторожности были приняты после теракта в Домодедово. Организация безопасности возложена на владельцев воздушных гаваней. Международные аэропорты будут охранять и сотрудники вне ведомственной охраны МВД.